как вы относитесь к тому, что во время литургии ходят с подносом и собирают деньги? У меня раньше в храме тоже практиковалась такая штука. Вот, просто потому, что это было заведено, и как-то все к этому привыкли, и как-то это, ну, так оно и было. Причем это было, ну, много лет. Но последние годы, ну, не знаю, 3, наверное, может быть, 4, я не помню сколько, честно говоря, потому что время как-то быстро идет, вроде день прошел, а посмотришь, не день, а год, то, ну, то я уже что-то потерял, просто счет уже годами. Короче говоря, остановил я весь этот процесс, сказал, что нет, хватит, не надо. Вон стоят там кружки для пожертвований, если люди хотят нести пожертвования, они туда бросят. Если не хотят, не бросят. В общем, не надо ходить с этими подносами. И вообще, все это дело прекратили. Вот. Ну, не знаю, сколько. Пару лет назад это вот прекратили. Я, в общем-то, я как-то не поддерживаю это дело. Ну, не против, конечно, где это заведено. Я не считаю, что в этом какой-то грех есть. Но мне как-то не по себе от этого.